Меня зовут Таня. Мне 21 год, а я начинающая спортсменка из Санкт-Петербурга. Я участвую в соревнованиях по боксу, по мужским документам, и никто не знает, что я женщина. Для них мое имя Владимир. Одержал Ермолаев Владимир. Спорт для женщин запрещен во всем мире. Альтернативой нормальному спорту является система, в которой женщины признаны якобы физически неполноценными относительно мужчин и способными только к конкуренции среди женщин. Я знаю систему изнутри. Я знаю, о чем я говорю. На протяжении нескольких лет я добивалась участия в турнирах по единоборствам. Организаторы, участники и судьи смеялись мне в лицо, когда я говорила, что я такой же человек, как они. Меня называли сумасшедшей за то, что я не признавала себя слабее и отказывалась жить по их правилам. Они говорят, что это невозможно. Они пытаются скрыть свой страх перед женской силой. Пытаются контролировать то, что контролировать уже не в состоянии. Я рискую потерять все, рассказывая свою историю. Моя цель – добиться официального участия на соревнованиях в так называемой мужской категории. Путь женщины-бойца – это путь борьбы со всем миром. Путь ненависти. Путь силы и чести.